Всем привет! И, в общем, еще поиграл, посмотрел я Borderlands 3, который вот пропустил премьеру несколько месяцев назад, не полетел в LA, полетел на Ghost Recon. В одно и то же время выдалась поездка. И на самом деле сейчас понимаю, что правильно, блин, сделал. Знаю, у Borderlands огромное количество поклонников. В общем-то, это хорошая, компанейская, веселая игра, но на самом деле я ни разу от нее вот по-настоящему не кайфовал. Первая мне вообще не зашла, вторая так более-менее. Но для меня это всегда была вот Диабло с пушками, и реально не более, не видел я никакой там глубины. И особенно меня всегда смущали люди, которые бегали и доказывали, что она есть, хотя, очевидно, да, в сравнении с Destiny той же, ну, нет ее там. Claptrap, I told you to stay away from my shop. Играя в Borderlands 3 и смотря ее презентацию, я, с одной стороны, очень хотел порадоваться, потому что, ну, игра очень сильно выросла вширь. Много разных планет, у героев есть корабль, на котором они путешествуют, новые классы. И, в общем, есть там всяческие попытки из этого сделать что-то более осмысленное. Очень разные герои получаются. Moe's the gunner can customize her war mech, Iron Bear, with grenade launchers, missiles, gatling guns, rail guns, flamethrowers. You get the picture. If tactics and trickery are more your thing, Zane the operative is kitted out with a crap ton of gadgets. He's even got a damage-boosting barrier to protect him and his allies. Amara the siren can deal devastating elemental damage, and she can do it in style. And if you want a companion on the hunt for the vaults, Black the Beastmaster always has a pet skag, jabber or spider ant at their side. Но тут какая проблема? В том, что ощущается и играется это по-прежнему как Borderlands, и это очень просто и очень скучно. То есть в этой игре, блин, скучно стрелять. Все механики, ну вот это, стоят разноцветные бочки, по ним стреляешь, на них даже нарисована снежинка, радиация или еще что-нибудь, чтобы, не дай бог, ты не перепутал, каким эффектом обдаст это врагов. Все, в общем-то, в разноцветные кислотные цвета разлетается. Всех жарит или электричеством, или радиацией, или еще какой-нибудь херней. У тебя вот миллион пушек генерится, да, лут постоянно выпадает с разными эффектами. Это все давно простые, известные экшен-РПГ-механики. Не преступление ни разу, но, блин, вот реально ничего нового. You want elemental death machines to freeze your enemies solid or burn them alive with fire. You want tracking bullets, guns with legs, guns that never have to be reloaded. Each weapon manufacturer has their own unique style. А самое главное, блин, опять я это скажу, вышел Rage 2, который совершенно охренительный шутер с охренительной механикой, который показывает, какая боевка, какой геймплей должен быть в Borderlands 3, вот чтобы это было круто и весело. После того, как ты играл довольно много в Rage 2, когда ты берешь там геймпад или мышку с клавиатуры и начинаешь тыкать в Borderlands 3, это примерно как на 10 лет назад вот весь прогресс в шутерах отмести, и вот все какое-то картонное, ненастоящее, неинтересное. Хотя со своей стороны я вижу, что они на самом деле вваливают до хрена креатива. Базу этих бандитов разносишь, у них какие-то колонки стоят, ты заходишь в определенную зону, эти колонки включаются, в общем-то, всем барабанные перепонки выносят. Но для какого-то вот серьезного геймплея это все очень слишком просто. Это вот так, чтобы самые казуальные игроки бегали гурьбой, просто мочили монстров, иногда погибали, поднимали друг друга. Ну и особо сложно им было и долго мочить какого-нибудь босса. Ну и все это делается, естественно, ради лута. При всем уважении, понимая, что многим эта игра нравится, это все-таки очень казуальное развлечение, и явно не для меня. Мне гораздо больше нравится Destiny, и как механика шутерная, повторяю, Rage 2, засранный молодежью, охренительная игра. Всем советую в нее поиграть, да. Вот на самом деле, по-хорошему, очень круто было бы вот Borderlands 3 и Rage 2 совместить. И различные классы, и вот эти все разнообразные герои, ну, от
Рейджа второго была именно шутерная механика, то, как враги умирают, как они разлетаются, как герой ощущается, как он передвигается, в общем, вот это вот все. Если кто-то совместит эти вещи, будет охренительно. А с Borderlands 3, ну вот лично мне жаль, что столько лет со второй части прошло, а игра просто выросла вширь, ни вглубь, никак не двинулась. То есть и технологически никак не изменилась. И это печалька. Но в остальном, если вы фанат, вам дико зайдет, в игре все хорошо в этом плане. Лайк, если понравился рассказ, пишите в комментах, что думаете. Ну и увидимся в самое ближайшее время, если посмотрите другой ролик. И переходите на канал, там есть новый спонсорский плейлист, где можно посмотреть, над какими проектами мы работаем для людей, которые поддерживают канал. Ну и, возможно, присоединиться к числу. Счастливо! Спасибо вам!